вставай, на нас нападут разбойники. Разбойники? Опять они, что ли, нападут? Хорошо, давай построим ему ловушки. Давай, я пойду за броней. Хорошо, все, мы уже приготовились им строить ловушки. Ну, пошлите, еще раз их победим. Ладно, пошли. Покупаются они тут у нас в лаве. Давай, лаву мне дай. Сделаем им сейчас хорошие ловушечки. Все. Давай выходить отсюда теперь. Теперь нужно расставить редстоун и красный факел. Потом мы его сломаем. И они упадут в лаву. Ну, я так думаю, что так будет. Все работает. А ты куда упала? Сейчас построим ограду, чтобы они ее не обошли. И дорожку, чтобы они сюда смогли прийти. Все, первая ловушка готова. Она точно сработает? Ну, я не знаю. Давай начнем строить вторую. Поставим тут раздатчики. И в них положим стрелы. Если успеем. Надо побольше сделать. Вот так, наверное, будет достаточно. Все. Все работает. И тут еще два раздатчика поставим. Теперь выкопаем для них большую яму. И устроим для них тентерун. Ладно, расставим динамит. Все. Все работает. Да. Все не взорвалось. Все работает. Ну все, мы готовы к битве. Они уже скоро должны прийти. Да. Они уже идут. Где же они? Они обычно отсюда приходят. Надо их найти. Где-то натянулся арбалет. Вон они на нас сзади напали. Так они все на тебя напали. Давай я тебе помогу. Они меня скидывают. Да, они меня скинули. Нужно съесть золотое яблоко. У меня полсердечка. Ну, они, конечно, нас обхитрили, сзади напали. Давай, загоняй их в ловушку. Опять они сзади пошли. А, давай, ты с тем разберись, а я с этим. Справились. Сейчас я запущу нашу ловушечку. Давай, идем, идем. Он остановился именно когда прям возле ловушки был. Вот тебе. Ладно, пока выключим ловушечку. Они там все. Остался один. Вот он, я его вижу. Все. Следующая волна начинается. Где же они? Разорительно нас идет. Он на меня бежит. Бежим, бежим, скорее, бежим, бежим. Он за мной идет. А нет, он не за мной, все. Где он, разоритель? А вон я его вижу. Вон ведьма. Ведьма, ведьма. Пока она нас не отравила, нужно ее из лука подстрелить. И вот этого вот разбойника.
Осталось только разоритель. Где же он? А вон он бежит за нами. Бежим. Беги, беги. А нет, он все-таки за мной идет. Он идет за мной. А ловушка уже разрядилась одна. Все, попался. Давай, идем сюда. Так, давай я пока стрелы расставлю. Так они уже на нас напали. Мы не успели зарядить нашу ловушку. Но я чуть-чуть успел положить стрел. Но этого недостаточно. Вот, один попался в лаву. Вот тут ведьма, ведьма. Все, эту ведьму тоже закинули в лаву. Разоритель. Так, он идет за мной. Давай, убегай, убегай. Все, он бежит за мной. Я сейчас сюда куда-нибудь встану, через грядочку пройду. Они нас окружили. Давай, убегаем. Вот он, этот разоритель. Голем, давай, справляйся. Я сейчас тебя починю с помощью железа. Что за взрыв? Ну, тут все взорвалось. Ладно, все, я тебя отремонтировал. Ну, тут взрыв. Так, где же они? Они нас обхитрили! Они забрались наверх этой ловушки. Теперь оттуда нас атакуют. Вон один. Кажется, тут вредины. Ты упала? Что там, нормально все? Да, у меня есть гели специально. Хорошо. Давайте пойдем во вход. Вызыватель там. Вон еще один вредина. Все, вреден больше нету. Все. Победа! Мы справились. Подписывайтесь на канал. Ребята, пока. Какой красивый салют. Ой, я нечаянно по тебе попал. Ах ты, сейчас я тебя тоже буду бить. Уходим, 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 уходим. Всё, она бежит на меня с топором. Я буду от твоей девочки урона. Ну, нам даже урон не наносится. У нас-то броня. Только ты мне броню ломаешь. А ладно, все понял, я ухожу. Всем пока.